Dobro. Мы на Тао, наш первый завтрак. Мы уже взяли в аренду байк. Приехали, можно сказать, на другой конец острова. Ближе к северу. В поисках, даже заправили уже два раза байк. Один раз попробовали, наконец, так называемый газолин за 52-30 литровые бутылки. По крайней мере, она хотя бы была полноценно заполнена. И заправились на заправке. Теперь у нас даже больше, по-моему, полбака. Да, 5 палочек. И мы, наконец, нашли аутентичное место для того, чтобы позавтракать с рисом. Прямо тут кухонька, наш повар. Рисоварка, кстати. Тут, в принципе, достаточно приятно сидеть. Даже сидим с такой барной стойкой. На барных пеньках. Да. Реально, на пеньках. Там пляж. О, тут тоже эти футболки Full Moon Party. Наверное, с Тао ездит туда тоже. Пойду-ка я обойду этот домик. Вот, собственно, то, что мы будем есть. Собачка.